Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией, мою видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами двумя буксами. Насколько я поняла, они от одного админа. Я вчера зашла, сейчас все покажу вам. Вот простенько так выглядит, плюс клик. Здесь можно это прочесть, доступно из любого уголка мира. Можно работать с компьютера, планшета, телефона, ну и все такое тут расписано. Сразу по умолчанию стоит значок, вот у меня встал в русский язык. Регистрация здесь наипростейшая. Сейчас покажу. Логин, имейл, два раза пароль, пин-код. Четырехзначный, год рождения. Здесь будет ваш пригласитель. Разгадываете капчу. Ставите галочки. Нажимаете зарегистрироваться. На почту придет письмо. Нужно будет подтвердить электронный адрес. Вход по имейлу и паролю. Вот. И вот у меня такая сумма за вчера, что я просмотрела. Здесь заработок в долларах. Да, еще дается бонус 100 поинтов. Это у меня 100 поинтов бонуса дали. Это было 10 центов выходит так. Но это основной баланс. Рекламный, комиссия, трафик. Ну и поинты. Также сразу здесь на главной страничке находится наша партнерская ссылочка. Здесь статистика наша. Здесь страны, топ-5 стран. Здесь ниже, опять же, статистика. Есть такой вот мини-чат. Вот, обратите внимание, здесь вот иностранцев много. И админ. Русский флажок. Значит. Так, ну давайте перейдем. Нажимаем вот возле логина. Идем в настройки сразу. Можно установить аватар. Далее, что нам нужно? Оплата. Работает с Perfect Money. И с биткоином. Прописывайте нужный вам реквизит. Нажимаете сохранить. Так, это вам сказала. Что еще? По поводу заработка. Кликаем сюда. И вот у нас ПТС рекламка. 29 рекламок. Ну, что? Так, по 3 секунды, по 12 секунд. Разная оплата здесь. Кликаем на рекламку. Ожидаем загрузки рекламы. И разгадываем капчу. Нажимаем отправить. И вот один поинт нам дают. И вот такая вот сумма. Закрыли. Таким вот образом просматриваем рекламку. Рекламировать также можно свои проекты, баннер, ПТС, обмен трафика. Там. Вкладочка рефералы. Здесь будет отображаться прямой реферал, непрямой, арендованные, ссылки и инструменты. Значит, домашняя страничка. Также находится партнерская ссылочка. Здесь кликаем, находятся баннеры. Ну, деньги здесь, что у нас? Депозит – это по желанию, если вы будете рекламить свои проекты. Вкладочка «Перевод». Можно с основного баланса на рекламный баланс переводить. Также комиссионные на основной баланс. Поинты у нас идут на поинты, на трафик. На трафик и на рекламный баланс.
Вот, в принципе, и все. Давайте перейдем теперь к следующему буксу. Начала сравнивать вот эти два букса. Они точь-в-точь такие же самые. Регистрацию я вам показала. Идентичная. Также на почту придет письмо. Ход по имейлу и паролю. Также значок по умолчанию. Перейдем в аккаунт. Здесь чат... есть чат. И опять же, вот я начала их сравнивать, как я говорила. И вот видите, админ. Флажок стоит русский. Вот. Также мне дали поинтов бонусные. Как бы в подарок. И также я просмотрела вчера рекламку. Такая сумма мне пришла. Здесь, наверное, лучше видно. Вот она. Также переходим в настройки. Устанавливаем аватар, еще не установила. Оплата. Также прописываем свой платежный реквизит. Здесь Perfect Money и Pair. Так, и зарабатывать. Также ПТС, обмен трафика, фирвал. Кликаем ПТС. Ну вот и здесь тоже по 12 секунд. Вот 3 секунды. Давайте короткую просмотрим. Ожидаем загрузки. Ну что-то долго. Отгрузить быстрее. Вот таймер. И опять разгадываем капчу. Нажимаем отправить. Закрываем. Вот таким вот образом просматриваем рекламку. И также можно рекламить свои проекты. Так. А здесь это кто будет покупать пакеты. Это все по желанию. Тогда обязательно просматривать 10 рекламок. Вкладочка рефералы находится прямой, непрямой. Арендованные ссылки и инструменты. Также партнерская ссылочка находится. Здесь кликаем баннеры. Деньги. Депозит по желанию, как я сказала уже, кто будет рекламить. Перевод. Также здесь можно с основного баланса на покупки и трафик. Комиссия идет на основной баланс. Поинты. Идет на трафик и на покупки. 100 поинтов, 10 центов. Так, вывод я вам показала. И в одном и другом буксе минимальный вывод от 2 долларов. Нет. И пин нам нужен будет для вывода денежных средств. Так что пин-код при регистрации сохраните. Ну и естественно есть членство. Это тоже все не обязательно, как бы по желанию. Но здесь минимальный, самый дешевый, 4 доллара. Вот сюда на галочку кликаем. И здесь все расписано. И здесь немножечко подороже. Где обновить. Здесь минимальный уже 5 долларов на 30 дней от 5. Тоже все это можно просмотреть. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Я вам дала информацию, а там уже
Как говорится, дело хозяйское, заходить или нет. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!